Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет необычная распаковка. Сегодня я распакую диван и сейчас расскажу почему. Это новое видео на канале GadgetMania. Мы начинаем. Поехали! Как и все уважающие себя YouTube-видеоблогеры, каждый стремится к совершенству. Некоторые снимают в студии, некоторые снимают на улице. Начал я, конечно же, с камеры, продолжил я хорошим штативом, не забыл об освещении. Признак популярности на YouTube – это в наличии в кадре какого-то животного, хомяка, кота, собаки или еще что-то. В общем, это забавляет зрителей. Для того, чтобы распаковать диван, нам необходимо разрезать упаковочные специальные такие веревочки, точнее ленты. После того, как сняли одну из крышек, в комплекте вместе с диваном идут ножки, они пластиковые. Для того, чтобы не бежать далеко, я беру вот такой вот инструмент, вставляю эту штуку сюда. Пока я прикручиваю ножки к днищу дивана, пока перемещал диван, вот, соответственно, его название. Гуглите, смотрите, по акции он сейчас стоит 3500 рублей. И я решил посмотреть, как же, что же он себя представляет. Сразу обнаружил небольшой брак. Ну, это даже сказать не брак, а дырочка, куда, соответственно. Все сделано для людей. Даже если у вас нет в доме ножика, напишите в комментариях, в каком именно городе есть фабрика. Спинка у дивана мягкая, имеет молнию для того, чтобы вы могли снять этот чехол и постирать, потому что спинка быстрее всего. Сейчас я поставлю камеру более пониже и покажу, что у меня получилось, какое рабочее место, где я буду делать распаковки, обзоры гаджетов. Погнали! Если придут гости, то это делается как-то так. Будет ли этот диван удобен в повседневной жизни, время покажет. Можно вот так вот сделать. Новая домашняя студия канала GadgetMania. Все очень бюджетно.